за тремя армиями склонность, но все равно он это из охотника, это был песен пункт. Ты зачем не тебе героями? Ну или тремя героями со всех сторон. Ну то получил, да, выход. Командир строго не попал, а шум вообще не писать брови. А, можно посмотреть, как у меня прокачивается. Сейчас. Хотя, может быть, и нет. Воин Феникс. В смысле, ваши победы возрождаются. Как боевые гильдии. Ну, сейчас в армии такие где-то. Берсерк. Вот то же самое, все вероятность какая-то срабатывает. Три, два, да больше двух раз, ну 27, да. Прокачнулся. Ну потом в поход, ну если пойти в поход, надо это не самый лучший вариант. А что у него есть? А ну вот боевые искусства, само там нормально, доспеха. Несет воскрешение. Личинка. Удар схода, что ему не хватает. Вот щит. Щит и моего есть. Ну, герой в походе занимается только что будет. А Сандра занимается всей империей. Ну, всем, то есть, герой как бы и плюс Сандра. А если мы Сандра пошлем, она будет заняться только с собой, получается, что она так едет. Ну, Оверлорд и Сандер. А так только будет один. И герой там что-то пустит. Так зачем мне посылать? Пошлите куда-то там. А вот скажите, там встретит, кажется, встретит защищать. Она там советует мудрецов. Если вы как-то пойдете, она за драконицу давай. Да не отсылайся. Хил будет. Арбалет. Вот это, конечно, арбалеты там. Меньше, чем. Ну, может, сопоставим с колдовским огнем. Поскольку он, видимо, больше может. Да, ну, по 3, то есть 9, ну, 3, 27. А тут 18. А может и по 5, если по 15, вообще 45. Будем смотреть на командир штурмовиков. А все было единицы армии грамм после этого удар схода. Вот когда больше мечников, например. Выгодно, выгодно. У них щиты спереди. Наши пару стрелков еще у нас почти три армии стрелков. На второй линии. Почти на, ну, можно три. Если еще кто-то играет, если не прорывается, не прорывается, так три. То есть три мечника. Так а кому он говорит вообще? Из такого что-то другого взять, это хп взять, ну прокачать его, их опаснее, все четыре.
защиты, например, от шока или от огня. Так нам нужно, ну, чтобы так сделать, надо щит произвести такой, который защищает. От чего тогда? От огня, например. Может, там щит давит. Тогда мы бы знали, сколько шока там защита мод, собственно, прокачивает. Но защита от шока керов, потому что элементали воздушной змеи, водной змеи. Водная змея левитация. Шоком. Это чародейские, там и другие, короче. А ядом бьют гоблинов. Огнем. Ну и много кто огнем, так типа и драконицы. Всякие. Вообще хватает тоже. Льдом меньше, и защита от льда меньше. Выгодна ли защита от огня? И прибавка от льда, например. Вот и мужчин боевых искусств, которые было долго делать, например, 7 тур, безусловно. Ну, 5-7 туров. Сейчас он как-то щит оверлорда обоих боевых искусств. Потом щит боевых искусств. Ну вот чародейки это подошло. Это ей надо еще лечилка какая-то. А вот прибыл щит. Щит где? Ну, плюс 10-9, ну, не так это, и плюс 2-12, это вот. Ну, шока. Ну, всех от шока тут. Многих. То, что огонь, яд можно взять, а от такого, чтобы... Да яд особо не нужен. Не, смотри, сколько даст огня, можно огня добавить, например, или... По надобности я тут скачал. Потому что одна прокачка, а дальше все тут уже удваивается, подбушить. Ну да, расхода, командирского века. Ну тоже такое. Вот можно посмотреть, что удар схода. Короче, пару ходов делает, раз, два, и будет плюс 6 урон холодный. Ну, если придется раскрыться, например, защита, вот следующий с фланга это идет. А с фланга, смотри, может несколько ходов быть. Так это причем всем. Это в тур, это он сразу сходу вносит, да. Потом уже еще и другого тура. Покажи. Так, что вот тут? Амус. Вот там 0 ходов, кажется, вообще. Выстрел с арбалета у этого рукопашно побольше 39. Арбалет 50 хп, а тут 57. Долго его. Контрольный дрон. Этот выгоднее тем, что он будет стрелять в один выстрел. За 3 выстрела он может быть, да. Стрелка там может быть, да, может и не прибить. А если он полез в рукопашную, то это, ну, допустим, 12, если еще.